Этим летом я отдыхал в Крыму. Я путешествовал по Подмосковью. Этим летом я побывал на озере Жижица под Великими Луками. Сейчас я рыбачу на реке Либи. Я нахожусь в прекраснейшем городе Петербурге. Я проехал с родителями на машине по Крыму. Я отдыхал в Краснодарском крае. В этом году я путешествовал по России. Я был вот здесь вот. Пока артисты хора наслаждались летними каникулами, Артем Александрович заявил наш коллектив на международный хоровой конкурс «Поющий мир». Этот конкурс ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, но в этом году он проходил дистанционно. В качестве конкурсного выступления была отправлена видеозапись, сделанная на областном конкурсе в Дубне в 2019 году. В итоге наш хор был удостоен звания лауреата второй степени. Это первая неожиданная награда в новом учебном году.